Одна баба другой бабе засадила в жопу грабли. What the fuck? Окей, окей, вот это неплохо. Что? Окей, ладно, так, плотва, пока. О, боже мой, я только хотел начать ругать всех по поводу того, что люди пишут. Я, короче, зашел, почитал комменты, вышел сразу. Да. Во-первых, когда мне что-то нужно, я это узнаю сам. То есть, допустим, у меня есть ресурсы на... Сейчас, подождите, я перейду, куда мне нужно... Куда мне нужно идти-то, кстати? Секундочку. Сюда. Если у меня есть ресурсы на то, чтобы сделать новый бутылек латочки, я его сделаю. Если у меня нету, я начну разбираться, чего кого. Вот у меня алкогест есть. И в итоге накопил 12 единиц алкогеста. Я могу теперь спокойно некоторое время обойтись без латочкиной травы. И я его как раз накопил в то время, самое время, когда у меня есть бомбы. И теперь я могу бомбы еще и пополнять. И он не будет просто так уходить. Зачем орали там «Медитируй, медитируй!» Да куча еще орали «Медитируй!» Ты можешь восстановить хп? Ну, не так, конечно, кричали по-другому. Я не могу на этой сложности медитировать, восстанавливать хп. На третьей сложности нельзя. И... Не потрясающий вопрос был, а зачем он играет на этой сложности? Ну, тут как бы такое дело, знаешь, человек, я не помню, кто спрашивал. Такое дело, сложности в игру добавляют, чтобы не просто они были, да, а чтобы интересно было играть. Вот мне интересно играть на этой сложности. Она в меру сложная и как бы геймплей не превращается в закликивание. Да. И можно спокойно устанавливать здоровье по другими способами, не только медитируя. Ну хотя зачем они убрали с этой сложности, без понятия, ну ладно. В итоге нам будет больше тратить денег на... Так. Окей. На еду. Кошка, не ясыть, хз вообще. Сон дракона. Окей. И, кстати, здесь вот та часть, которая была в предыдущем прохождении, была сыграна в версии игры 1.0.3, это уже 1.0.4. Вроде как обещали поправить Hairworks, но вот чуть-чуть игра стала все-таки с ним бегать побыстрее, но все равно не хватает мне моей системы, чтобы все шло вот, ну, нормально, вот как здесь. Привет, плавун, пловец, жопа с ручкой, как тебя там зовут. Погнали! Ну, по пути. О, утопец. Фак, я уже забыл, как это зовут. 9-го левела, серьезно? Лол! Лол, что? А где мой ворот? Вы чё? Короче говоря, не с патчем все переставили. Мышь 5. Предмет в быстром доступе на альт. Охереть просто! Я думаю, а где мой ворот? Хорошо, что я решил на утопцах здесь потренироваться. И кто-то говорит то, что если у тебя удали, квен не разрядился, то ты можешь пользоваться квеном дальше. Человек, ты упорот? Или я упорот? Потому что квен выдержит только один удар. Щит, который держится до тех пор, пока не получит 6% от максимального уровня здоровья. Я не знаю, на какой ты сложности человек играешь, но на третьей сложности тебе все бьют... тебе все наносят урон больше 6% от максимального уровня здоровья. Я не знаю, на какой ты сложности играешь, но окей. Вот я почитал комменты, я много нового узнал. А, ну да. Помечать же еще надо. А как пометки? Я уже не помню. Хорошо, что я про патч сказал. Так, переключиться на шаг, бег, зафиксировать камеру, взаимодействие, изменить тип атаки. Как пометить? Нырнуть мне быстрого доступа. Сменить задачу и... Так, давайте все по порядку. Ускориться, переключиться на ускорение, прыгнуть, зафиксировать камеру. Нет. Я не знаю, вот зачем все ставить под руку? Ну вот это же неудобно. ZX, ну C еще нормально. Ну а... Нет, это неудобно. О, наконец-то. Фак. На мне не висела квена? Охереть.
Ты издеваешься? Вау, вы это видели? Вот это комбо. Holy shit. Привет. И тебе тоже привет. Как дела? Я даже с них лут не буду подбирать. Сказали, что лута много пропускаю. Ну, значит, пропускаю. По-моему, стали еще окошки больше. Нет, мне кажется. Вот эти вот окошки лута. Да, они больше стали. У меня... Я точно играю? У меня настройки не скинулись, нет? Капец, все надо после патча проверять общие. Почему качество текстур низкое? Окей. Так, высокое. Окей. Я думаю, что за беда? Ладно, постобработка. А, постобработка тоже. Окей. В общем, все понятно, после патча стало все плохо. Я думаю, что-то не так. Вертикальная синхронизация включена, разрешение, окей. Так что если у вас патч поставился и вы что-то замечаете не то, то да. Ну вот, сейчас вроде все норм. Во! Сейчас вижу картинку, которая у меня была раньше. А я смотрю и думаю, что-то не так, скажите. Вот видите, четкие текстурки, нормально теперь все. Ну, правда, вы не видите, там, скорее всего, YouTube все похерил. Привет, утопец. Ух, как располосовал-то, шикарно. Окей. На утопцах мы с вами многое чего поняли. Например, ХП у меня восстанавливаться будет? Нет, будет, да, наконец-то. Так, сохранимся. В воде, главное, чтобы не утонул. По-моему, по чуть-чуть текстуры стали, мне кажется. Твой вырос большой и красивый. Служить королю придется. По-моему, он на какой-то мотив поет. А. Опасная трясина, я не такой, как был вчера, точно. Эй ты, Люс, здесь риданская армия стоит, прохода нет, не будешь крадать лодки. И где же эта риданская армия? Так ведь, я тут стою, не видеть? Я записался в армию короля Радоведа, и мне приказ... Защищать лодки. Дрянь это, а не лодки. Мне надо защищать лодки. Но нет дров на этот забор. Но есть лодки. Нормально. Я сделал забор из лодок. Лодки защищают. Теперь лодки защищают лодки. Отлично. Если что, я троллей в вечере втором всех спас. Кто завербовал тебя в риданскую армию? Никакой вербы не было. А были солдаты. Сотник говорит, охранять лодки. А то их крестьяне могут украсть. Потому что это их. Я не понимаю. А я понимаю так, конфисковали эти лодки у крестьян и боялись, что те попробуют свои имущества отобрать. Что было дальше? Сотник ушел, а солдаты пили. И пели так, что ух. Я слушал, но крестьяне пришли с косами. Я хотел помочь армии. Тогда иду, крестьяне в крик, солдаты в крик, и я совсем не сильно, они лежат, солдаты тоже.
а приказ был охранять лодки. Вот я охраняю. Я теперь весь солдат и петь тоже умею. Петь? Не надо. Нет, я уже слышал, не нужно. А где тела? Я ни одного не вижу. Я был голодный. Жалко пропадать еду. Крестьян не жалко. Товарищей чуть жалко. А провизия хорошо. Эх, но он же ДЦП, нельзя его убивать, нельзя. Он же не специально. Да и какая разница, жалких-то солдат. Понимаю, у войны свои законы. А людь тоже солдат? Нет. Я могу тебя сделать солдат. Тогда я сотник. Я говорю, принеси краску. И людь принесет краску. Какую краску? Ну, краску. Красную, белую. В городе есть. Но я не могу идти. Я охранять лодки. Окей, давай. Я попробую раздобыть красок. Хороший людь. Риданская армия тебе этого не забудет. Командир сказал, удача есть. Он реально людей порезал, сожрал? Окей. Рагу сделал. А, капец. А, я могу быстро переноситься? Окей, 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 так быстрее будет. Форт Белого Орла. Ну, блин, провизия пропадает. Провизия хорошо. Солдат не жалко, крестьян не жалко, а товарищ чуть-чуть жалко. Отлично. А, вот он, тролль, что делал. Затроллил всех, вот что значит затроллить на самом деле. Порвать всех в еду пустить, на еду. Вот эта музыка прикольная. А что же есть саундтрек за предзаказ? Можно не качать, а официально слушать. Официально купленный. Хорошо предзаказывать игры, которые играют 100 часов и не наедают за первые 10 часов, да? Вот это, конечно, жопа, все прогружается на... Да. Привет, Dragon Age Inquisition! Так, у кого? У тебя, да? Чего желаешь? Если у меня нет этого сегодня, непременно будет завтра. Краску посмотрю, давай. Может, что-нибудь выберу. Наливка из Мандрагоры. Окей. Серьезно, 16? Может, что надо? Может, сейчас купишь у меня? Череп. Нихера нету. Нихера не возьмет он у меня. Да! Сакс! У меня. Ну хотя у меня 1000 крон или аренов, или что здесь, я вообще когда. По-моему, кроны. Будь здоров. Теперь. Потому как пришли невельгарцы, теперь другая валюта. Я не читал вообще ни одной книжки про Ведьмака, но я при помощи игр начал немножко даже разбираться в этом. А куда мне игра говорит идти сейчас? Нет, я не хочу туда идти, я пойду через этот, через быстрый доступ, нахера мне это нужно. А это что такое? А, точно это. Корчмарь. Такие, как ты, только болезни разносят. Такие, как ты, только ДЦП разносят. Окей, чё он мне даст в итоге? Отдаст. Ну давай, давай, я нажимаю. Почему-то игра не реагирует на мои двойные шелучки, поэтому я иногда нажимаю несколько раз Е. Нихера себе, ты 2 часа шел сюда. Окей. Рядовой крадун по вашему приказанию прибыл. Краска есть. Так случилось, что у меня есть с собой краска. Отлично объяснился. Что случилось? У меня есть краска.
но рисовать не умею. Да, это осложняет дело. А Людь умеет рисовать? Я приказываю, пусть умеет. Ну, смотря что. Птица пусть рисовать. Такого риданского, как на гербе. Давай. Я могу попробовать. Птичь-то есть? Красивый. Красивый. Красивый птиц. Это птиц. Ты так думаешь? Ну что ж, если тебе нравится. Хороший людь. Не такой, как другие. Спасибо. Брата на войне. Всё? Во сборе. Ей. И? Ну и? Ну и? Дуня, Дуня, и? Я, ну и? А ну, давай! Ну, твою мать! Хватит по два раза все показывать! Ну! Ну, скорее! Давай! Нет, нет, еще! Пожалуйста! Да! Я этого ждал! Дуня, Дуня, я... Что? Дуня, Дуня, я... Риданья моя! What the fuck, он упоротый! Так... Ну это я выполнил. Давайте сходим сюда. Сколько мне? Все, 100 метров? Окей, пешком добегу. Дуня, Дуня, я... Риданья моя... О боже мой. Так, кто здесь? Хз, не буду я туда ходить. 13 лейл нужен был для этого квеста. 13-й, ребят. 13-й. Капец сложно. Я бы не смог краски достать. Топец. Камон. Иди сюда. Все. Вау, игра фризанула. Как он меня ударил? Я даже не заметил. Вот лучше умники в комментариях. Я 300 раз спрашивал, что делает адреналин? Он у... Вот что-то я не замечаю, что он увеличивает силу атаки. Он увеличивает скорость атаки. То, что умения какие-то можно юзать с ним, это я понял. Но вот мне говорят какие-то подобные вещи, а вот такие вот, которые... Механика игры, связанные, вот действительно сложные, не поясняют. Потому что никто об этом не знает. У меня опять меч сломал. Да идите вы в жопу, а, слушайте, он ломается постоянно. Вот просто постоянно. Ага. Кровавое золото. Прочитать найденные записки. Лол, вобла какая-то. Кровь я остановил, теперь надо собраться с мыслями. Я бы мог садить за помощью. Деревня недалеко, слышно, как собаки лают. Только люди заметят, что я в мундире. Спросят, что я на болотах делаю, зачем я там шляюсь, если все знают, что опасно. Догадались бы. Все бы забрали, может, и убили бы. В конце концов, это Велен. Я потерял кварту крови, может, немного больше. Если в рану ничего не попал, я должен выздороветь. Пойду днем, может, тогда утопцы не высунутся. Откопаю сокровище, поеду в Новиград. Там-то меня кто-нибудь как следует залатает. Кто-нибудь, кто не задает вопросов, не интересуется дезертирами. Осталось только молиться, чтобы никто не увидел следов, которые я оставил, и не пошел по кровище с сокровищем. К сокровищам. Да сюда ведь никто не заходит, все будет хорошо. Ха-ха! Сдох. Так. Собственно говоря, какого левела квест? А, да. Охота с сокровищами. 18-й. Пойдемте. А где следы?
Там что-то есть. А как это достать? Лол. С этой стороны? Окей. Запрятали хорошо. Ну, здесь нормально так. Всего положили. Блин. Где эта хрень находится? Окей. Если честно, больше не вижу следов. Вау, это все? 18. Лол, окей, 18-й левел нужен, ребята! 18-й! Обожаю эту игру. Уже с ее рекомендуемыми уровнями. Так, что здесь? Ударному больше рубящим, больше брони, больше, но... Все остальное сакс. Поехали. Let's go. Так, что здесь еще можно поставить? Шанс критического удара. А тут отравление кровотечения. Может, еще всунем по одному? Выбить из дрона. А, черт, у меня не осталось. Мне 9-й левел нужен, срочно вообще. На. Это тоже на. Тоже не. Окей. Ну закройся уже. Я нажимаю Escape, оно не закрывается. Так, куда дальше тогда? Сюда еще сгоняем, потом пойдем квесты выполнять. Ну блин, интересно же, что там есть, ну. Я затрахал оружие Ромадша. Я японцем немножко стал. Так, мне не нравится этот звук. Ты еще что за говно? Какого левела? Василиск. Окей. Давай, давай только на нормальную территорию выйдем. Хорошо. Не, я пошел. По мне надо идти. Я пошел. Пока. Все, 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 все. В жопу это сокровище. Лол. А я могу украсть сокровище и уходить. Ага, чмошник. Да только это сделать надо, только это сделать надо. Ооо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 
вижу. А, я не могу этого сделать. Покончим с этим. Я не могу это сделать, пока его не убью, окей. Значит, мне рано сюда идти. Окей, ладно, я хотел просто сворвать и убежать, не получилось. Отстой. Хераси! 90% хп, один удар. Ну ладно! Подумаешь. А ты еще что за хер? Иди сюда. Ага. Нет, на тебя. А, иди сюда. Иди ко мне. Пау! Я думал, что я могу его контратаковать.
Нет, я не могу его контратаковать. Окей, он не разбил только что броню. Вау. А кто тварь, а? Это было, конечно, да. Это было ужасно. Серьезно? Окей. Че выкинем? Рубашку. Рубашку. Блин, они стоят 69 крон. Отстой. Так, ладушки. Че мы дальше пойдем делать? Дополнительные задания. Почему бы Керри Мец не сходить? Мало ли чё она. Замутит там. Но сначала нужно каким-то образом подлечиться. Можно перемотать сюда утра. Все в смысле, время. Время. Ну, поняли. Интересно, сюда можно попасть вплавь? В этот город. Не через мост, а вплавь. Знаете, как показывалось на карте. Странно, выплыл как русалка. Видели? Тебя ждет смерть от отравления. А, да-да-да. Интересно, если у меня одна всего лишь лавточка выпит, то алкогес используется, чтобы ее заюзать? Я не хочу. Ну... В общем-то, давайте так вот сделаем. А, подождите, я при помощи быстрого перехода могу время промотать. Где это керамец шляется? Вот здесь где-то. Как бы быстрее это? ХЗ. Наверное, так. Я сказал туда! Сенький дерьмач, кря! Еще можно места силы поискать. Ну его нахер, лучше я поищу оружие нормальное. А вот и утро, или день, или, ну, вроде как утро, 4 часа, 5 часов утра. Нет, интересно, что здесь считается за ночь, что за утро? Ну вот я считаю за ночь с нуля до 6. А? Или день, там, восстановление энергии, все такое, восстановление здоровья. А, вот, восстанавливается, значит, 5 часов утра это уже день, по меркам игры. Мне надо починиться, наплевать, сначала с Керри поговорим. Я и так хорош. Хотя, подождите, я же могу использовать вот это вот. Еп. Продаться нужно. Продамся ей. Нафига мне твой ранок? Есть что-нибудь по этой? Не. Нету по ласточке на траве ничего. Ну и насрать. Ай, хер зайдешь в дверь, если бегаешь. Зачем ему были нужны крысы? Сучьи твари. Лопаты бы их порубили.